Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего новогоднего настроения. В этом видео в игре Infinity Galaxy будем ставить очередной рекорд. Я, как и обещал, всегда нанимаю экипаж только на видосах, нанимаю большими порциями. И сегодня будет новый рекорд, ведь я буду нанимать аж 310 раз экипаж подряд. Надеюсь, ваши лайкосы и комментарии помогут мне получить максимально хорошие награды. Делаю я это потому, что скоро будет очередной Млечный Путь, я буду в нем участвовать, соответственно, мне нужны карточки экипажа, чтобы набрать больше очков, поэтому будем это делать сегодня. В принципе, я готов, надеюсь, вы готовы, ставьте лайкос и погнали. Сразу начнем с десяточки. Так, первая десятка, пока вообще ничего хорошего, зелень, синие, члены экипажа, давайте пока по единичке дальше. Так, экспишка 20, окей, делаем еще. Окей, это у нас Амелия, она мне в принципе нужна. Далее еще экспишка, хорошо. Главное, чтобы не было вот этих маленьких карточек с экспишкой и зелень немного. Ну и, конечно, хочется выбить максимальное количество фиолетовых членов экипажа. Ну и хотелось бы, чтобы целые выпали сегодня легенды. Так, не то. 80 экспишки, ну... Более-менее неплохо, это лучше, чем зеленый член экипажа. Так, синяя, синяя. Пока начало такое, очень-очень слабенькое. Так, здесь у нас синька пошла опять. Так, есть у нас уже один призыв. Фриман, ну... Пойдет для очков и на будущее, в принципе, командир пойдет ресурс собирать, но этот командос, в принципе, не особо нужный. Гвен, ладно, окей, целый выпал, это хорошо, едем дальше. Так, ну вот это 20-ка экспишки, это, конечно, мало. Так, окей, 3 на Хелен, пойдет. Опять вообще 5 экспишки, ну блин, вот это надо убирать из наград вообще отсюда. Так, ладно. Немножко фиолетового выпало, надеюсь, дальше пойдет дроп. Охота целых легенд увидеть. Так, Стив. Еще какой-то типок зеленый. Ну, в обменнике все сгорит, но тем не менее. Надо разгоняться. Так, десяточку делаем. Опаньки, что-то есть, что-то есть. Сейчас прогрузится. В эмуляторе всегда, кстати, на компьютере прогрузка идет долго. Окей, Руби, целая первая легенда сегодня. Целая, это отлично. Так, и что у нас еще здесь? Ну, в принципе, остальное все такое. Так, десяточку сделали. Ну, давай еще десяточку запустим. Так, одна у нас выпала Лорка. 240 экспишки, хорошо. Ну и остальное такое. Либека тоже не особо нужный член экипажа. Так, у нас есть вот здесь призыв. Легенда, легенда, ребятки, легенда, вторая легенда. Надо запоминать. Сколько будет целых сегодня? Я думаю, что будет много. Есть. Молли, целая вторая легенда выпала. Отлично. Хорошее начало. Давайте дальше пожмем по единичке. Так, окей. Одна фиолетовая. Какой-то более быстрый скип бы сделал. Я люблю открывать по одной карте. Так, ладно. Одна фиолетовая тоже неплохо. Еще две фиолетовые неплохо. Алдридж. Алдридж нужен. Он у меня стоит командиром. Так, еще одна карточка на... Как ее зовут? Руби, по-моему. Да, отлично. Уже один из карточек на Руби сегодня. И целый Алдридж. Это прям хорошо, потому что я его качаю. Он у меня стоит командиром на флагмане, потому что бустит хорошо кинетику. У меня сейчас флотилия из кинетики. Так, окей. Амелия. Так, а дальше не хочет. Так, еще Алдридж. Отлично. Так, делаем десяточку. Окей, 240 экспишки и еще у нас здесь Хелен, Харви и Мадлен. Тоже неплохо. Еще десяточку. Так, ну здесь похуже. Открываем. Нет, давайте дальше не будем открывать вот эти, оставим их на конец видео. Пойдем по десятке. Наймов много. Так, надо пока по единичке теперь.
раскачать дроп. Так, окей. Это хорошо. Это не очень хорошо. Это тоже так себе. Ну давай, две легенды сегодня есть. Это уже неплохо. О, вот это я люблю. 700 экспишки, это класс. Еще, ну, 20 экспишки, такое себе. Так, вот надо еще одну легенду. Мы сейчас закрываем первую сотку наймов. И хочется увидеть еще одну легенду. Это будет вообще очень круто. Так, ну пока такое себе. Но, в принципе, за сотку две легенды выпало, это неплохо. Так, и еще одна карточка на Малтуса, тоже неплохо. Так, дальше давайте зайдем с десяточки. Еще десяточку бомбим. Так, вот это, ну, неплохо, 700 экспишки, но по командирам не очень. И еще десяточку сразу вдогонку. Так, Гудман, блин, целый, но он у меня уже фуловый. Придется в утиль. Еще десяточку. Так, окей. Джейн целая, это хорошо. Вот это хороший ролл. Здесь у нас Хелен 3. Фламенко 1. Гвен. Ну, это такое. И целая Джейн, это очень классно. Так, дальше по единичке. Будем танцевать с бубном. Так, Харви целый, ну, пойдет. Так, а маги, ну, такое себе. В конце видео покажу, что у меня примерно на сегодняшний день по экипажу. Так, целый болт. Ладно. Так, окей. Две на ху, это тоже неплохо. Давай легенду еще. Легенду. Так, окей. Пускай одна карточка, но типа легенды, это хорошо. Так, надо сейчас по десяточкам попробовать зайти. Так, есть легенда. Третья легенда, ребята, третья легенда на сегодня. Третья целая легенда. Кто это? Давай только хорошее что-нибудь. А это отлично. Это Молли, это отлично. Целая Молли. Окей. Здесь, ну, остальное такое себе. Два на Хелен. Ну, в принципе, то, что целая легенда, хорошо. Плюс 240 и 2 по 80 экспишки, это неплохо. Так, еще раз. Так, целая Джейн. Отлично. А маги целая вдогоночку, тоже неплохо. Так, еще по единичке покатаем. Харви 3. По-моему, Харви, да, его зовут? А, нет, это Гвен. Так, окей. Чутка экспишки. Я даже не знаю, что лучше. Целый зеленый или 20 экспишки. Вот, ребят, напишите в комментариях, что лучше. Целый зеленый или 20 экспишки. Или Бека. Но вот эти командиры не особо нужные. Ну, они как бы неплохие. Их можно прокачать, посадить многих. Многие идут на копку ресурсов на добычу, типа, ну, будет, не, в принципе, не лишнее. Плюс дадут очки на Млечном Пути. Так, 240 экспишки, это хорошо. Кстати, у меня уже 14-й трансформации на сегодняшний день. Титан, по-моему, даже на 14-1 хватает чертежей. И осталось немножко до фула, поэтому я решил поучаствовать опять в Млечке, чтобы взять оттуда, ну, сколько-то чертежей. Может быть, первое место достану, может быть, второе на серве. Может быть, где-нибудь, ну, в десятке точно где-нибудь буду. Ну, какое-то небольшое количество чертежей все равно надо достать. Поэтому, в принципе, как раз-таки члены экипажа и зайдут для набора очков. Так, три легенды, да, на сегодня, ребята? Три легенды. Надо еще. Надо разгоняться. Так, окей, вот этот типочек на будущее очень нужен. Так, давай десяточку.
Так, здесь, ну, по XP-шке попадало, но членов экипажа нет особо. Так, ну здесь по одной карточке на Мальтуса и Крейг один. Ну такое. Так, целая Мадлен пойдет. Можно добивать. Вот это хороший ролл. Целая Мадлен, Алдрич нужный, нужный Фламенко, нужная Джейн и две на Амаге. Сверху. Так, Джон. Ну, целый Джон и все. Так, еще давай десяточку. Так, 700 экспишки, 2 по 80 экспишки, неплохо. Плюс еще 3 на Дороти. Погнали по единичке. И в конце еще будем открывать бонусные. Надеюсь, хоть оттуда еще голда полетит. Так, целая Хелен, хорошо. Так, это у нас мимо касса. Ну, не лишнее, как бы, но не приоритетное. Так, это нормально. Хоть одна. Это хорошо, 240 экспишки. Еще 5 экспишки. Ну, блин, ну куда вот эти вот 5 карточка на 5 экспишки за найм? Так, по десяточке. Такое, ну, 240 экспишки и 4 карты. Так, целый Фламенко. Вот это хорошо, это хорошо. Но где же еще голдовая? Давай, давай, давай. Блин, нет, не дает голдовую. Ну ладно, у нас еще есть бонусные. Ну, в принципе, я рад. Фиолетовые выпадают, плюс 3 голдовых выпало. Ну, неплохо. Мог бы быть лучше дроп, все-таки 310 наймов, это немало. Напишите в комментариях, что вы думаете, 310 наймов это мало или нет. О, еще одна на один, это хорошо. И последний. Последний найм. И 8 раз у нас есть по бонуске. Ну что, ребята, лайкосы вверх, и сейчас точно будет. Сейчас проверим, ставили лайкосы или нет. Сейчас проверим. Если голдовые выпадет, значит ставили. Так. Джон. Либека. Есть! Четвертая, ребята, четвертая. Только не Крейг. Только не Крейг и не Болт. Был бы. Хотя, ну, даже они выпадут неплохо. Но лучше не они. Лучше не они. Малтус. Отлично, отлично. Четвертая голда. Четвертая голда с бонуски. Так. Либека. Сколько у нас еще бонусных? Еще 3. Мадлен, это хорошо. Либека такое себе. И давай еще голдуху. Нет, не дала. Робби. Робби тоже хорошо. Так, ребят, получается 4, да, 4 легенды я выбил сегодня фуловых. Плюс кучу достал фиолетовых членов экипажа. А теперь покажу вам примерно, как выглядит мой экипаж на сегодняшний день. Сильно не буду тут показывать, рассказывать. Вот таким образом у меня стоит построение основное. Что-то будем дорабатывать, что-то будем менять, что-то будем со временем под флот, под развитие. Ну, какие-то изменения вводить, но на сегодняшний день так. То есть, в принципе, я считаю, что неплохо. Вот, и, в принципе, я не могу... вернее, я могу сейчас неплохо еще покачать. То есть, что-то нападало. В принципе, я думаю, что усиление будет неплохое. И давайте покажу флагман, ради чего, в принципе... Так, денег нету. Ради чего я сейчас делаю наймы. То есть вот мой 14-й титан, уже на 14-1, как я и сказал, есть, плюс еще немножко чертежей. Если в Млечке достану какое-нибудь там первое-второе место, будет вообще неплохо. На этом все, ребятки, я, в принципе, в целом доволен наймом сегодняшним. Всем хорошего настроения, всех еще раз, ребята, с наступающим Новым годом. Сегодня у меня 30-е, не знаю, видос сегодня залью, может быть, завтра. Скорее всего, 31-го залью, может быть, сегодня. В общем-то, хорошо вам проводить, вернее, старый год, хорошо встретить Новый год, и чтобы у вас было в Новом году все еще лучше, чем было в старом. Всех обнял, скоро увидимся.